Обращение горожан на портале «Добродел», темпы вакцинации, ремонт почтовых отделений и ликвидация несанкционированных свалок. Эти темы обсудили на традиционном еженедельном совещании под руководством главы «Химок» Дмитрия Волошина. За минувшую неделю в администрацию обратились 819 человек. Люди жаловались на парковку на газонах, заросли борщевика, неудовлетворительную уборку дворов и несанкционированный выброс мусора на контейнерных площадках у многоквартирных домов. Ставим камеры видеонаблюдения. Камеры мы будут стоять на все площадки абсолютно. Они ставятся для того, чтобы крупногабаритный мусор, КГМ, не выбрасывали на наши контейнерные площадки. Чтобы из магазинов не носили мусор в контейнерные площадки, где мусор бытовой. Химки держат высокий темп по вакцинации. На сегодняшний день в округе сделали прививку 85 тысяч человек. Это 41% взрослого населения. Но чтобы выработался коллективный иммунитет, нужно, чтобы привилось как минимум 60% жителей. Количество заболевших по Московской области 360 тысяч 54 человека, в Химках 8492 человека. На сегодняшний день у нас развернута койка 721, загруженность 67%. Умерших 1170 за неделю, плюс 16 человек. Говорили также и о почтовых отделениях в Химках. В 7 сейчас проводят ремонт. Все работы завершат до конца лета. Одно из отделений откроется уже на этой неделе. В связи с пожароопасным сезоном на особом контроле администрация держит безопасность в лесах. Территории осматривают патрули, куда входят правоохранители, химспас и сотрудники территориальных управлений. А сколько случаев возгорания было у нас? На особом контроле у главы города несанкционированные свалки. Например, близ ЖК «Солнечная система» строительный мусор, который оставил после себя обанкротившийся застройщик. Дмитрий Волошин отчитал коллег за неспешность в решении вопроса. Давайте так. Или мусора не будет, и вы мне в течение этой недели приносите график. Или вас там не будет в этом управлении. Среди других поручений, которые глава Химок дал своим заместителям, это проверка детских игровых площадок, контроль за системами ливневых канализаций. О решении всех поставленных задач руководители ведомств и территориальных управлений обязаны доложить к следующему оперативному совещанию через неделю.